Еще летом на дорогах Ульяновской области складывалась неутешительная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями, в результате которых гибли люди. Но сегодня, как подчеркнул председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, картина изменилась в лучшую сторону благодаря проводимым многочисленным мероприятиям в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если раньше нас ругали за дороги, за качество дорог, то здесь уже отношение самих водителей и то, как они себя ведут на дорогах, то, в каком состоянии они садятся за руль, уже становится, так скажем, основным мотивом появления этих дорожно-транспортных происшествий. По словам начальника госавтоинспекции региона Геннадия Полухина, наибольшее число происшествий с тяжелыми последствиями зарегистрировано в результате нарушений водителями правил дорожного движения. Каждое 14-е ДТП произошло из управления транспортным средством в алкогольном опьянении. Правда, по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество таких ДТП уменьшилось на 25% и количество погибших в них снизилось на 15%. По состоянию на 10 месяцев текущего года, значит, удалось снизить количество ДТП в местах совершения, которые выявлены недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на четверть, на 25%, в абсолютных цифрах с 453 до 337. В Ульяновской области усилят работу по повышению безопасности дорожного движения. Сегодня в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе реализуются 3 федеральных проекта. Об этом на совещании напомнил министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин. На эти цели выделены огромные средства как из федерального, так и из регионального и муниципальных бюджетов – более 2 миллиардов рублей. Я сегодня уже могу смело говорить о том, что все показатели по данному национальному проекту, который предусмотрен на текущий год, у нас выполнены. Опасений каких-либо по тому, что до конца года у нас что-то еще изменится, вот по данному федеральному проекту нет. В целом, проект «Дорожная сеть» у нас включает в себя мероприятия по ремонту автомобильных дорог и по проведению инженерных мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Для обеспечения безопасности движения на дорогах области применяются новые технологии. Так, в регионе идет замена краски, которую используют для разметки на термопластик. Он более надежный и прослужит несколько лет. В этом году новую горизонтальную разметку удалось нанести на 342 километрах дорог. Наезд на пешеходов в темное время суток наиболее частое дорожное транспортное происшествие в населенных пунктах. Поэтому в 2019 году активно велись работы по устройству уличного освещения на 13 участках автодорог общей протяженностью более 22 километров. В результате в 7 раз увеличены темпы по обустройству уличной сети по сравнению с предыдущими годами. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.